Павел Соколов, бывший игрок КПРФ, ныне играющий за Кристаллы по 90-м номер. Забил 3 гола Торпедо. Полных лет 34. Дева. Слышь, ты кого девой назвал? По знаку зодиака. Дева. А, да? Сорян. Вы допрашиваетесь по делу номер 52. Расскажи, что тебе известно? А вы слышали когда-нибудь о Клим-теории? Но мы в этом не понимаем. Короче, в нашем футзале матч протекает линейно, в четырехмерном пространстве. Но там, за пределами футзала, в кристалле, четырехмерного пространства не существует. Только пятимерное. И на 39-й минуте, когда мы туда попадем, счет становится плоским. Для нас это возможность. Для них это угроза. Сокол? Чё? Да не ты. В кристалле, где времени не существует, ничего не побеждается, не занимается, не меняется. У нас появляются новые трансферы. Потом они растворяются в высшей лиге. Мы ведем в счете, но на последних секундах пропускаем. Но когда мы слышим голоса трибун, мы рождаемся заново. И в этом вся красота и прелесть футзала. Я ни черта не понял. Так, что по делу? Какая задача? Разве не ясно?